Парни, я нашел ящик Пандоры. Открывать или нет? Он еще спрашивает. 5 лучших умов искали его последние 8 часов. Не открывай, это ловушка. Спокойно. У меня 20 единорогов. Открываю. Что там, плюс 10 храбрости? Плюс 100 дебильности. Меня атакуют тупые орки. Ну, у тебя же 20 единорогов. 19. 18. Помогите. Да-да-да, пускай тебе сейчас вот газики Сева помогают. Я же говорил тебе, не открывай. Yes. Только что прошел предпоследний уровень. Сейчас ворвусь во владение агосферы. Хоть понятно, кто из нас предатель. Газик, помоги. Сейчас брошусь. Спасибо. Я вот только справлюсь с гоблинами и брошусь вдогонку за Севой во владение агосфера. Я погибаю с проклятиями в твой адрес, Газик. Олесь, а ты чего молчишь? Я просто зашел в деревню развратных амазонок. Плюс 4 опыта. Прикольно. А почему я не пошел по твоему следу? А так и всегда. А кому-то достаются амазонки с шикарными возможностями. А кому-то злые тупые орки. Да! Я раскопал в могилу мутантов! И теперь я владелец клинка. Да. Теперь я глава клана и властелин клинка. Какой-то идиот выставил на eBay клинок агосферы за такую цену, что его может купить только полный дебил. Ну вот, собственно, теперь я глава клана и обладатель клинка. Таки предатель, Газик. Заплатил деньги и предал. Антиуда. Синус, зачем ты продал клинок агосферы? Ведь мы могли победить. Могли. С другой стороны, решена проблема с моей едой на весь будущий год. Ребят, может быть, кому-то нужны электронные деньги? Помогите обновить. Из яблока Ньютона не знали трех законов, а Дионис доказывал, что истина в вине. Гагарин в космос полетел, а Галилей землей вертел, а Менделеев химию придумывал во сне. Папа придумал радио и перевел на стадию, когда все смотрят телек и слышат рок-н-ролл. Но годы пролетают, и наши дети знают таблицу умножения, иди пешком под стол. Наукой правят теоретики, перпетум мобиле способны рассчитать. От арифметики и до генетики, но не дано блондинку им понять. Теоретики, теоретики, теоретики. Тридцать шесть. Тридцать семь. Послушай, ты можешь быстрее считать? Как я могу считать быстрее, если я заикаюсь? А ты можешь считать про себя? Сева, ну если не хочешь говорить, что за проблема, скажи хотя бы на какую букву? На букву Н. Нобель. Нарзан. Апельсин. На. Ну, раз уж вы сами догадались, так и быть скажу. Это Наташа. Наташа? В общем, я хочу к Наташе, ну, как там называется, ну, подкатить, ну, подъехать хочу. Чики-пыки. Я смотрю, ты здорово выучил молодежность. Эй, Сева, так в чем дело? Какие проблемы? Иди сюда. Иди сюда. Это Наташа. Наташа, улыбнись, Наташа. Вот, вот так вот. Я, это ты, Сева. Подкатываешь так. Почему бы нам не пойти завтра вечером в кафе, Наташа? Ты чего? Бабушкино воспитание. Предупреждать надо. Слушайте, я уверен, что
девушкам вот эта вот штука, ну, нравится. Как? Первого раза не очень понятно. Спортсмен? Да. Здорово, братан. Сколько на правую битку дергаешь? Кого дергаю? На битку. Я вышел посчитать, сколько я дергаю на битку сейчас. Посчитать. И чтоб не забыть, пойду запишу. Ну давай, если что, обращайся. Пока, братан. Удачи, брат. Я смотрю, вы тут без меня разберетесь. Наташ! Наташ. Вот, и тут я ей говорю. Говорю, детка. Детка? Да. Можно? Да, детка. Ну, детка. 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 Как вы думаете, что мы будем делать сегодня с тобой ночью? Ночью, да. А после того, как вечером посидим в кафе, будем скрипеть зубами от желания насладиться друг другом. Ну, а что Наташа? Она согласилась скрестить эти положительные ионы? Ну, а Наташа мне говорит, Сева. Вот так прямо, да, говорит, Сева. Сева, говорит, ты самый крутой мужик, вот, все остальные вокруг бездарности, ничего не понимают в биологических исследованиях с термальными исключениями. Вот так вот. Так и сказала? Ну, как-то так. В общем, она согласилась. Боже мой, ну почему все мужики такие бездарности? В области исследований биологических систем с термальными исключениями. И не только. Представляете, только что в коридоре познакомилась с парнем. Фигура, блеск, мышцы, по. Сева видел. Вот. А он уже ушел? Ну, тогда я пойду. Представляете, он спросил, настоящие ли у меня ресницы? Какой пошля! Я не знаю, как мне успокоиться. А что, ты разве не идешь завтра вечером в кафе с Севой? Да при чем тут Сева? Детка, а что мы будем делать завтра с тобой ночью? После того, как посидим вечером в кафе и будем скрипеть, зубами скрипеть от желания насладиться друг другом. Хотя ладно. Зайди ко мне завтра в 6:30. Эй, ты сегодня... Друзей обманула. Завтра пойдешь на фальсификацию результатов научного эксперимента. О, чому ж я не сокіл, чому ж я не літаю? Молодец, молодец. Это уже 50-й матрас. И последний, который я... Поднимал вечер, да? Молодец, а когда вы рассчитаетесь? Я обещал заплатить и не рассчитаться. Ты что, сынок? А в чем разница? Рассчитываются по накладной, по прескуранту, по счет фактуре. Оплатят. Платят по доброй воле. А поскольку человек я волевой. На добрый! Не понимаю, что ли? А! Ладно, на! Помни мою доброту. Жируй, так сказать. Выдано придурку.
Зайцеву. Подождите, но этого же мало. Слушай, с каких это пор? У меня тут научные работники стали получать много. А? Муму читал? Читал. Ну, так что тут ко мне? Все вопросы к Солженицыну. Пожалуйста. Расписался. Молодец. Чему ты мне, Боже? При чем здесь Муму и Солженицын? Не расстраивайся. Я недавно к коменданту лампочку приходил поменять. Так он мне посоветовал Чубайса почитать. Ой! Севочка, что с тобой? Просто Сева решил поставить научный эксперимент, кто поднимет больше относительно собственного веса. И каковы результаты? Муравей пока на первом месте. Но Сева уже на втором. Тебе больно? Чего стоишь? Давай его ко мне в комнату. Бок болит? Бок очень сильно, бок болит. И голова, Сивочка. И голова теперь тоже болит. Севочка, тебе так плохо. В биологии все относительно. По сравнению с земляным червяком, перерубленным штыковой лопатой, мне не так уж и плохо. Может быть, тебе таблетку дать? Нет, таблетки тут не помогут. А вот простой дружеский поцелуй заставил бы усилиться мои нейрохимические процессы и заставить сердце биться чаще. Ну что, помогло? Да, теперь мне нужно активизировать мои биологические силы, поэтому я займусь самовнушением. Помогает? Нет. Не удается усилить желание организма к дальнейшему существованию. Я не знаю, Лесь, ну что делать с ним? Стремление организма к дальнейшему существованию можно усилить, обозначив перспективу того самого существования. Что тут непонятно? Ты такой умный. Что бы ты сделал на моем месте? Ты – это я. Сева, хочешь, чтобы я сегодня пошла на свидание в кафе не с Газиком, а с тобой? Не знаю. Я ведь уже обещала Газику пойти в кафе с Газиком. А мы пойдем в другое кафе. В какое? В другое. Ну, хорошо. Класс. До встречи. Я выгляжу. Ну, нормально. Для человека, который не понаслышке знает, что такое кораблекрушение. Ты же понимаешь, что я волнуюсь. Я даже чувствую некий молекулярный газ, который происходит от испарения природной жидкости примерно при температуре 36,6 градусов по Цельсию. Ну хорошо, я переоденусь. Но... И этим устранишь причину волнения? Мне кажется, что человек волнуется, когда впереди неопределенность. Может, помочь тебе определиться? Воды. Скажи, а нет ли у тебя случаем информации о том, что в нашем городе открывается второе кафе? Увы, нет. Жаль. Вероятность хоть и была небольшой, но все-таки не была близка к нулю. Согласен, но эта вероятность равна тому, что у тебя есть прямые родственники на Альфа Центавре. Перейдем к выводам. Перейдем. Я сегодня вечером иду в кафе на свидание с Наташей, на которую ее пригласил Газик. Ну, я уверен, что в кафе ты своим интеллектом уложишь Газика на лопатки. Это понятно, но чем мне ответит Газик? Я могу только предположить. Ну и на всякий случай перечитаю статью «Проблемы регенерации костей и тканей в условиях слабой радиации». Ну что, друзья, как будем спасать все вот неминуемые гибели?
Ребят, ну правда, я не могу сказать Наташе, что отменяю свидание. Ну, конечно, ты толком пригласить не смог, уж отказаться. Надо, чтобы Наташа сама отказалась. И даже я придумал. Давайте ей скажем, что он заболел. Нет, да, за ним скажем. А мы придумаем что-нибудь заразное. Ну, к примеру, Сева Зайцева блохи. У биолога блохи. Почему нет? Это естественно. Как говорят у нас в Одессе, каждый с работы несет то, что может. Нет, решение проблемы лежит в другой области. Мы, кажется, выбрали неверный перемен. То есть мы должны передать на другой терминал не свидание Зайцева, а его волнение. Нет, мы должны найти у противника слабое место и... Точно. Я знаю это слабое место. Оцените гербарий, ботаники. Ой, какие прекрасные розы. У меня бабушка из таких роз очень вкусное варенье делала. Я на такой букет уже не одну русалку заарканил. А сегодня будет и клев, и нерест, я вам отвечаю. Слушайте, а что это у вас за матрас стоит? Это матрас. Я вижу, что матрас. Для тебя. Этот матрас передал ли тебе через Севу Зайцева один амбал? Качок, который вчера с Наташей обнимался на коридоре. Да. Помните, еще какую-то фразу сказал? Я ему ноги в кафе вырвал. И еще два костыля передал. Но только Сева их выбросил. Чтоб не травмировать. Да. А еще у него нож был. О! Два. Ой-ой-ой. Виброзвонок. Алло. Да, Мамаян. Да. Да. Слушайте, а почему так срочно? Может быть, завтра давайте, потому что сегодня я как раз с девушкой в кафе собрался. Нет, да? Хорошо, хорошо, Мамаян сделает. Да. Что-то. А ну вы же сами слышали, вот видите, командировка срочно. Да. В Тулу? Ой-ой. За самоварами. Почему за самоварами? За осциллографами для физической лаборатории. А, кстати, я читал, что в Туле налажено производство осциллографов. Что? Угу. Слушайте, как неудобно перед Наташей получилось. Да, неудобно. Слушайте, может быть, кто-нибудь из вас на свидание вместо меня в кафе? Нет. Я не могу. Ребят, Сева, а ты же хотел. Сева. Опасно. Сева, не вопрос. Этот букет $100. И вот еще, знаешь что, закажи для Наташи шампанского от меня, от газика. Не жени. Матрас тоже сильно забирай. Я больше спешу. До свидания. Шикарно. Как дела в буфете? Все так же. У всех ученых общий диагноз. Быстрая утомляемость. 20 раз и все. Сдулся. В год? За выходные. Да. Не те нынче мужики. Я считаю, что если мужчина влюблен в девушку, то он должен ей не 20, не 30, не 40, но хотя бы 50 раз за выходные комплимент сказать. Ах, да, не те нынче мужики. А эти фразы «пойдем займемся любовью, детка» не пошло. Ну где же романтика? Да, пойдем замерим чистоту наших взаимных колебаний, детка. Ну, это очень романтично. Пойдем и дадим дань природе. Либо, ну я не знаю, я так соскучился по твоим печенюшкам. Печенюшка. Это я понимаю. Скучно.
Кругом одни ученые. Они только что и могут, что учеными фокусами развлекать. Смотри, я сейчас подниму эту оливку стаканом. А, это центробежная сила. Вообще-то центр стремительный. Да. Не переживай, я сейчас подниму. One moment. Где этот зайцев? Я из него сейчас кролика буду делать. А зачем он тебе? Зачем? Да. А зачем он меня обманул? Зачем он чуть не лишил тебя, а? Счастливого свидания со мной. Мимо их комнаты прохожу случайно и слышу, как они про этого твоего качка Амбала надо мной смеются. Вот так. Что-то я не понимаю. А зачем? Такой красивой женщине, как ты. С такими длинными ногами. Какие странные. А это не мои ноги. Да? Это мой друг. Устал. После качалки прилег отдохнуть. Ага, стану я еще какого-нибудь качка бояться. Да? Я сейчас ему дырок надену. Я бы не советовала. А то он твое лицо увидит, и потом тебе эту вилку... Ну, в общем, вряд ли эта вилка сможет раствориться в твоем кишечнике. Сейчас так вырву ноги. Смается. Так. И про звонок. Алло, да, да, Мамаян. А да, командировка, но вы же отложили на завтра. У меня вот свидание с девушкой в кафе. Нет, нельзя никак. Да, перенести. А, хорошо, командир. Конечно, конечно. Дорогая. Да, да. Да. Привезу тебе в Тулу, командировка. Самовар. Настоящий. И пряник. И пряник. Угу. Дорогая, извини. На чем мы остановились? На том, что за девушкой ухаживать надо. А может быть, ко мне зайдем? Попьем чаю с мармеладкой. С мармеладкой? Угу. Ты это так называешь? А что здесь такого, если мы после кафе зайдем ко мне, попьем чаю с мармеладкой? Я не против, я только за, но как-то рано. Ты считаешь, что мы еще недостаточно знакомы, чтобы попить чая с мармеладкой? Рано не в том смысле. Ладно. А что, если мы поедем с тобой на природу? На зимний пикник. Романтика. Здорово. Воссоединение с природой. Угу. Втроем. Почему втроем? Ты, я и природа. Но на следующей неделе обещали снегопад. Поедем, когда будет потеплее. Странно. Я слышала похолодание. Синоптики всегда, когда говорят... Будет потепление, всегда наступает похолодание. Угу. Мы точно поедем. Купим печенюшек, угу, рванем. Извини, я больше не могу говорить на эту тему. Все. Свидание. Супер! Я договорился насчет ее печенюшек. Если вы понимаете, о чем я. Я понимаю тебя, Сева. Я в Одессе на французском бульваре целовался по-французски с
француженкой-мулаткой. Целовался, и все. Но потом, как у меня кружилась голова потом. Когда я узнал, сколько денег мне стоило. Только целовался, и все. Да тебе только девушек научными фокусами развлекать. Я в душ. Ребята, вот если бы я, например, записывал всех девушек, с которыми я целовался, это была бы целая книга. И она бы называлась «Где же ты, моя Анжела?» Слышу, горячую еще не дали. А сейчас, по-моему, пошла. Да, стоп! Я первый. Шел прочь. Я первый. Слушай, другой. У меня льготы. Ребята, успокоились. Что же в очереди стоим спокойно?